Я искал, что мне делать. Ну, действительно, вот, ну, для чего, зачем, куда я иду, каждый день встаю, там, развиваюсь или подтягиваю. Ну, для чего это я делаю и что я могу передать своим детям дальше, чему я их научу, если я сам, ну, в замешательстве, можно сказать так. Я вот понял, то, что я хочу, это будет. На сегодняшний день, что я наметил для себя, это заработок. И здесь в этом разобрались конкретно. Ну и первая задача, это вот поднять свой доход на уровень 10 тысяч долларов. Конкретно, в течение 3 месяца. Самое вот для меня ценное, вот это то, что реальные шаги есть, что делать, и ты получишь то, что хочешь. Шамиль говорит, что это тренажер, но для меня кажется, это как компас, стрелка компаса. Потому что там, ну, написано, как навигатор, как, куда вот написал, куда ты хочешь прийти, и каждый день он тебя направляет. Если вдруг свернул, раз, хоп, смотришь на эту тетрадку, хоп, а, надо сюда, хоп, а, надо сюда. Ну, то есть там все, навигатор конкретный, стрелка, куда надо, он как направляет, получается. Ну, для меня это вообще ценность такая, я с ним спать буду. Очень полезно, потому что, ну, такая атмосфера была. Вначале так немного, ну, как-то сковано, там, ну, думаешь, там, неудобно, там. А потом, наоборот, когда вот именно люди проговаривают, и где-то находишь, там, вот это мне надо было, вот это мне надо было, а вот это надо было, ну, как, а мне надо было так сделать. Ну, то есть, как чужой опыт, и как-то не то, что опыт, как-то вот эмоции, ну, именно. Как человек, как люди реагируют, ну, именно вот в этот момент. Мне, как отцу, конкретно семинар дал то, что у меня девочки, они у меня сейчас одна красавица, одна милашка. Ну, то есть, с этого семинара я вынес это. И я прям, ну, охота говорить им это. Ну, знаю, что это им полезно. И супруги я уже тоже. Ты моя, да, миленькая там. Ну, как она, видно, что немного как уже, немного в шоке, но в то же время и так, о, классно, ну как. Ну, человеку надо приходить на подобный семинар, мне кажется, как он... Когда именно что-то ищет, он здесь найдет. Именно, ну, вообще любому человеку надо это пройти. Но когда человек не готов, он, может быть, еще, ну, не поймет. Но хотя, мне кажется, даже с нулевой информацией, если придет, он что-то от себя, ну, с этого семинара вынесет. Первое – это то, что я вот с этой тетрадью, я не буду расставаться. Буду с ней работать, углубляться. Потом сценарий своей жизни. Я его очень четко распишу, потому что Шамиль говорил, как напишешь, так и будет. Я ее очень серьезно подойду к этому, распишу. И третье – это установки. Установки, над ними буду работать, ну, как говорят, по 100 раз, по 200 раз буду работать, писать. Ну, потому что я понял, что это очень важно. Хотя раньше этому времени вообще не уделял. Ну и думать на бумаге тоже.